доброго времени суток. Девчонки, наполнитель очень тяжелый. Не буду вам его доставать, просто покажу, какой я покупаю. 172 рубля я вот купила, у меня тут два пакета, я купила две штуки. 172 рубля очень хорошая цена, 10 литров. Вот мы таким пользуемся все время. Ну, сейчас я вам покажу остальные покупки с Wildberries и свой заказ из Остин. Вот, перебралась я с вами на стол. Покажу вам, смотрите, что. Крем L'Oréal увлажнение эксперт 24 часа. Нормальный, смешанной кожи. Интенсивно увлажняет, удерживает влагу, освежает цвет лица. Я как-то брала, мне крем понравился. Но, честно говоря, не особо помню, какой был эффект. Потому что тот, который с алоэ, он оставляет липкость. Давайте сейчас вот так вот. Чик. На пункте выдачи я проверила срок годности. До июля 23 года. Объем 50 мл. Сейчас вот эту вот верхнюю требуху снять. Подруга у меня недавно его взяла, она мне, в принципе, и напомнила про этот крем. Значит, смотрите, что он нам обещает. Увлажнение, удерживает влагу, освежает цвет лица, результат. Угу. Так. Действие. И где я вам показала, где состав? А, вот состав. Конечно, как всегда, мелким почерком. Так, 223 рубля, девочки. Ну, цена хорошая. Сейчас мы вскроем, я вам покажу саму баночку. Видите, он вскрыт не был. Я пока вскрывать не буду. Обычный кремообразный, у него легкая текстура. Вот, уберу пока его... храню тут температуру хранения. Я открытый храню обычно в холодильнике, пока он у меня постоит в моем шкафчике. Вот. Ну-ка. Нет, не буду пока открывать. У меня еще мой не закончился. В общем, взяла. Цена очень хорошая, скидка тоже хорошая. Что еще я взяла? Не первый раз я заказываю маски на Wildberries. Придется мне вам сейчас пошуршать, девчонки. Маски, я имею в виду, одноразовые. Сейчас. Я заказывала там обычно такие вот, ну, голубые. Я вам их уже показывала. В этот раз заказала черные. Давайте посмотрим на качество. Здесь 50 штук. Ну, конечно, пересчитывать я не буду. Но кто заморачивается, пересчитывает. Я пересчитывать не буду. Мы сейчас просто посмотрим. Ну, в принципе, маска неплохая. Пишут, что отзывов очень много, купили больше 10 тысяч раз. Так. Ну, так не отрывается, вроде нормально. Ну, голубые у меня без нареканий вообще. Здесь тоже нормально все. Вот. Да? Все, норм. Нормальные масочки. Так. Масочки в сторону. Также я, смотрите, как упаковано. Это Силибэнк, девчонки, от плесени. Сейчас я его расчехлю. Вам покажу. В пустых баночках я вам уже показывала. Так. Видите, еще пупырки здесь какой слой. Кстати, пригодится для чего-нибудь. Вот он. Видите? Удаление черной плесени. Периодически собака появляется на швах плитки и в комнате в углу. Я вам рассказывала, да, свой случай по поводу того, когда я обратилась в управдом. То, что у меня внизу посередине стены струйка в сильные ливни. Причем не под окном. Я понимаю, если бы это было под окном. Это не под окном. Это в углу стены. И мне сказали, что вы знаете, вот вы живете на третьем этаже, на четвертом этаже кто-то в подъезде курит, открывает окно, и косой дождик затекает. Вот такого маразма я еще нигде не слышала. Вот. И там тоже периодически появляется вот эта вот зараза. Летом, я надеюсь, у меня появится и финансовая, и моральная, и физическая, и временная возможность сделать все-таки там, ну, обработать все это и сделать что-то типа такого точечного ремонта, скажем так. Вот. Средство хорошее. 750 мл, 200 с копейками, по-моему, рублей. Вот. И вот здесь тоже еще одно средство, которое я не пробовала. Смотрите, как оно пришло. Так.
маски сюда. Пакетов-то, как будто я не знаю. Смотрите, как пришло все упаковано. Давайте открывать. Я покупала до этого немецкое средство. Оно очень дорогое. 600-800 рублей стоит. Но оно реально рабочее. Так. Сейчас открываем. Опа. Это ровно 200 рублей стоит. Тоже, видите, и в скотче, и в пупырке, и во всем. Сейчас мы откроем и посмотрим. По рейтингу средство очень хорошее. И отзывы тоже классные. Все пишут, что помогает с первого раза. Так. Сейчас я аккуратненько вскрою. Обожаю вот этот ножик с Алиэкспресс. Он такой удобный. Чик-чик-чик. Так. Сейчас, девчонки, секунду. Да, а вот здесь вот видно, что там немножечко протекло. Видите, тут еще одна упаковка. Смотрите. Это Good Him, уничтожитель плесени, очиститель межплиточных швов именно. Так, раствор рабочего, расход раствора рабочего для уничтожения грибов. Угу. Уничтожает плесень, грибы, мхи, водоросли, лишайники. Господи боже мой, не дай бог никому. Обеспечивает длительную защиту, глубоко проникает в поверхность, легко наносится, рекомендован для всех типов поверхности, эффективен для швов между кафельной плиткой. Угу. Ну, для всех видов поверхности, в принципе, то, что надо. Способ применения и расход. Наносим раствор по всей поверхности с помощью кисти, разбрызгивания или валика. 15-30 минут выдержим, смываем водой. Угу. Ну, для ванны это, конечно, удобно. Работу следует проверить при температуре не ниже плюс 5. В хорошо проветриваемом помещении. Состав. Водный раствор хлорсодержащего состава с модифицирующими фунгицидными, антисептическими добавками, стабилизатор и активатор. Вот. Девчонки, отзывы очень хорошие, стоило ровно 200 рублей. Ну, не знаю, как будет на практике. Буду тестировать, буду пробовать. И потом уже тогда вам в пустых баночках расскажу, как оно здесь, пол-литра. Ну, за 200 рублей пол-литра – это тоже хорошая цена, в принципе, да? Так, он не стоит у нас. Ну, и сейчас мы с вами немножечко поменяем локацию и посмотрим мой заказ из Остин. Там мне пришла куртка демисезонная. Так, ну давайте теперь посмотрим куртку. Мне доставил ее курьер DPD Остин. Я уже заказывала как-то доставкой. Сейчас главное не порезать ее. Аккуратненько. Так. Я в магазине в Остине сам покупаю, когда, ну вот езжу в торговый центр. И заказывала я весной тогда тоненькую. А сейчас мне нужна такая средняя демисезонная. Так, что у нас там внутри? Спасибо за ваш заказ. Ага. Куртка женская, черный, размер М. Ну, давайте посмотрим. Вот. Надеюсь, что все подойдет. В зимний-то как бы уже жарко. А весеннюю мне говорила. У меня там перья все повылезали. Я как курица ощипанная хожу. Рук в карман засовываешь, а там одни перья. Так. И примерно такого же плана, девчонки, я заказала, как моя зимняя. С манжетиками. Вот, смотрите. На камере она просильнее блестит. Молния у нас какая. Пластик под железо. Внизу давайте посмотрим. Ага, здесь можно утянуть, чтобы не задувало. Вот видите. Так. Вот. Size M. Цвет 99-й. Это ее изначальная цена, 3499, размер 46. Эмочка, я взяла ее за 2499. И доставка бесплатная. Так, давайте манжеты. А, тут что-то. А, это от пакета. Угу. Вот в зимний я хожу, и то, что у меня там манжет, кстати говоря, очень даже удобно. В машине удобно. Когда у меня часы на руке, вот так вот я загибаю манжет, тоже очень удобно. И не холодно вообще абсолютно. И здесь сделано все нормально. Ну, в том моем синем пуховике зимнем. Я его брала тоже за 2,5, но в самом магазине. Сейчас посмотрим, главное, чтобы никаких дырок, ничего такого не было. Ну, это не пуховик, это синтепон. Это я смогу хотя бы в машинке нормально стирать. Пуховик, конечно, я, наверное, химчистку сдам. Потому что, не знаю, я как-то одну куртку постирала и с мячиками, и с фигачками, и все равно. Все
все вот такими вот комками внутри. Так, здесь давайте манжет посмотрим. Так. Я вам вставлю эту самую картинку с сайта, как она выглядит на модели. Шовчик внутри. Ну так, вроде бы, все нормально. Так. Так, а спинка у нас как? Знаете, ультралегкую я не стала брать. У меня ультралегкая есть, она вообще прям как жакетик. По размеру, и там была единственная эсочка, я вам уже говорила, да, но в ней как-то как в парнике в каком-то. Вот ультралегкая, ультратонкая, которая. Я решила вот такую попробовать. Потому что вдуто как-то мне нормально. И карман, смотрите, видите, как сделан? Вот. Так, сейчас проверим. Опа. Глубокий, нет? Ух ты, да, глубокий, смотрите. Рука полностью туда. Это удобно. Потому что у меня всегда в правом кармане ключи от машины. В левом кармане у меня телефон. Вот. Ну, кармашки нормальные. Ниточка вот одна. Вот здесь. Ну, это ерунда. Зажигалочкой можно обработать. На этом все. Так, ну и молнию, собственно, давайте попробуем. Как она? Молния, хорошо. Вот. В общем, такая вот куртейка. Я довольна. А, еще смотрите, что, кстати, да, внутренний карман. Что очень удобно. Сейчас очень мало в каких куртках есть внутренний карман. Тоже достаточно глубокий. Можно сюда или там автодокумент, или паспорт что-то положить. Ну, если вы без сумки, например, да, как вариант. Вот. Я довольна курткой. Она и с кроссовками, и со спортивной одеждой, и с джинсами, и с брюками просто можно будет носить, потому что никаких надписей, ничего на ней нет. Меня, в принципе, все это устраивает. Вот, довольна. Сдам в пуховик в чистку и буду носить новую куртечку. Ну, вроде никаких нигде брака и косячков никаких я не нашла. Девчонки, вот так вот. На сайте у них там пока акция, поэтому у кого нет возможности выехать в торговый центр, просто у меня сейчас нет физически времени на это, вот, а переодеться надо к весне, потеплее погода у нас стала, да? Хотя у нас вчера было солнышко, градусов 9, наверное, тепла. Так хорошо, прям в очочках идешь. Я даже пешком пошла на работу. Так хорошо. А сегодня у нас пасмурно, дождь, холод, ветрище, караул. Короче говоря, погода переменчива. Вот такая вот у нас весна. На этом я с вами буду прощаться. Желаю вам отличного весеннего теплого настроения, солнечных дней и берегите себя. Пока-пока!